Meaning without you. Some quiet evening I sit by your side and we're lost. Привет, дорогие мои, меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в BioShock Infinite. Дополнение Buried at Sea. И мы находимся в универмаге Эндрю Райана. Здесь все довольно печально по сравнению с оригинальным рапчером, который находится пока что в прекрасном состоянии. Здесь происходит именно то, что в будущем ждет весь город, то есть полнейшая разруха и полнейшее сумасшествие. Но мы занимаемся своими делами. Так, и отсюда мы пришли в предыдущей серии, и сейчас тут уже появились какие-то новые товарищи. Свободен. Даже по стелсу не будем стараться особо. Просто будем убивать. Кто там еще что хочет? Что ты там говоришь? Сидит, смотрит. Твою ж дивизию. Что ж жуткий ты такой? Психованный, смотри какой. Эта штука, на самом деле, мне очень сильно помогает, но я думаю, долго мы этим заниматься не будем. Зачем нам это? Просто разберем этих ублюдков. Жалеть их не стоит, я уже видел здесь кучу убитых женщин, просто мирных людей. Что-то с этими парнями явно не так. Поэтому Элизабет, надеюсь, не считает меня жестоким человеком. Ты тоже не любишь манекены? Ну, молодец. Я, в принципе, с тобой согласен. Это тебе не поможет. Так, уже две отмычки. Хорошо. Сардины? Круто. Ненавижу манекенов. Так, бумажник. И там снаружи опять, по-моему, кто-то пришел. Так, хорошо, что пишут? Мы не будем его прослушать, потому что локализаторы не удосужились вставить субтитры на это дело. Но, тем не менее, все перевели, я не знаю зачем. Они сделали так, но не сделали так. Но, тем не менее, Мозес Лайтдокер, 2 декабря 58 года. Так, место, мужская одежда. Райан, ублюдок, бросил меня тут гнить. Ну да, подписал я контракт. Перестроить универмаг Фонтейна в тюрьму. 10 дней, все в спешке, да на скорую руку. Вот-вот заключенных должны были разместить, да? И одна из твоих сраных турелей, бабах, и мне в обе чашечки. Все, теперь я в тюрьме среди маньяков и наверняка калекой останусь. Мне даже не заплатили, но уже плевать. Просто вытащите меня отсюда. Конечно, равенство для всех. Поговорите мне еще. Нормально? Ох, как же мне доставляет местное управление, оно очень удобно и заточено именно под геймпад. На геймпаде играть сущее наслаждение. Так, но тем не менее, давайте найдем парня, который пользуется вот такими плазмидами. И с его помощью мы сможем пройти дальше, потому что там нужно кое-что заморозить. Сардины, обожаю. Обожаю сардины. Ладно, подожди. А как она добралась сюда? Как ты сюда попала? Так, ну допустим. Это все хорошо, конечно. Но мне не очень нравится, что тут происходит.
Одежда рабочего. Хорошо, что это. Шляпа, дурной глаз. Повышение урона от оружия после каждого убийства. Хм, это полезно. У местных, я смотрю, тоже галочка напротив пункта манекены. Мне что-то такой топот показался, я же отступил. Хотел запрыгать его до смерти. Кукла, дамская туфля. Плазмидами я что-то практически не пользуюсь, мне и так норм. Тут все раздеребанили. Оп. Тихо. Свободны. Оборудование для... Оборудование? Оборудование для возвышения человека. Уважаемые, мне просто нужно пройти дальше. Поделись со мной своей силой. Ого. А, так это не он. Тогда молчи. Живой еще, что ли? Посмотри, какой. Пистолет раскаляется, просто смотри. Блин, сколько всего интересного. Неохота отсюда уходить. Так, вот, вот с этой штучкой побегаем. Эта девочка мне нравится. Посмотрите, какая красивая. Очень напоминает Томми Ганн из оригинального Биошока, но все-таки сильно отличается. Вот. Деньги. Там я опять слышу эту ерунду. Так, подожди, это что? Понял. Бардак, разруха. Стволы просто дичайше разгреваются. Это последствия моего улучшения, я так понимаю, что ли? А, потому что ты не один из них, Фонтейн. Так, хорошо, допустим. Место мужской одежды 23 декабря. Неделю назад. Сандер Коэн. Сандер Коэн, ненавижу этого урода. Место. Так. К театру Шуберта выбросило мертвого кита, который с каждым вечером смердит все сильнее. Так отозвалась Геральт о моей первой постановке. В Трибьюн мою первую оперу назвали кошачьим концертом, который сводит на нет всю классику Моцарта. А теперь критики набросились на меня за добрые дела. Если бы не я, кто бы стал искать кровь для сирот? Эти нытики? Один художник как-то сказал, всех критиков надо убить. Последует, что ли, его совету? Нормально. Блища. Так, и походу все. Ну, здесь еще что-то есть. В смысле, дальше идти в этом направлении не получится. Дальность рукопашная. Во, вот это мне точно нужно. Рукопашная атака. Да нет. Я и так неплохо в рукопашку справляюсь. В последнее время вот такая дикая мода появилась на освещение делать вот такие засветы. А вроде наш герой не в очках. Как на глазах может вот такое вот запотевание быть? Но выглядит круто. Get used to it. Buy why even ask and invite Sandra Cohen into your home.
those old numbers sure got some high notes. But I got something new in the works. Желающие есть еще, нет? Элизабет. I ain't got money like no Andrew Ryan. But I ain't some stuffshirt. А не, не замечаю. Да, замолчи. Ну? Я бы даже сказал, это уже не совсем люди. From there it's all downhill. The frozen frosties, the jockeys will hand you 1,000 volts as soon as look at you. You sound sympathetic. They won't be the first sons of bitches who found an answer at the bottom of a bottle. But once you see them go all weak at the knees at the sight of a little sister and all her Adam, they cut a less sympathetic figure. Хорошо, ладно, пойдем уже сюда. Большое место. Это не очень хорошо. Не люблю большие открытые пространства. Что это? Термос? Доллар? Наверняка еще что-нибудь было. Что-то я даже не смотрел особо. А вот и наш пациент. Так, сюда не подошел об электричестве. A jolt of shock jockey? You familiar with shock jockey? More than you could know. Let's look around. Maybe there's a store ain't been ransacked by splicers yet. Может быть. Русская опера, это просто прекрасно. Мне больше слова им, конечно, нравится. Спокойно все. Дамские туфли, что тут их дофига просто. Так. Женская одежда. Ого. Ненавижу манекенов. Ненавижу. Это дерьмо меня реально пугает. Офигеть. Это знаете, как называется? Заходишь в огромное помещение и такой, окей, как со всем этим справляться? Заходишь там в одну из дверей, а там еще больше помещения. Целоваться не удалось. И только с современной графики можно оценить, насколько же они реально изуродованы просто. Ну хорошо. Допустим. Сардины. Круто. Блин, ты мелодия привязалась. Хорошо, это что? Ты левы. Что-то плазмидами вообще не пользуюсь. Отвык от Биошока. Я там-то Биошок Инфинит оригинальным. Так, ладно, сейчас успеем открыть.
пользоваться начал только под конец, более-менее сильно, потому что там без этого неплохо справлялись. Но плазмидами же интересно пользоваться. Fancy putting those lockpicking skills to work? Looks easy enough. It's done. Быстро ты. Ух, ненавижу. Ну, вроде более-менее спокойно. Что это у нас? Это очередная запись того рабочего. 5 декабря, через 2 дня после предыдущей. Я все кидаю и кидаю аудиодневники в пневмотрубки, как записку в бутылке. Авось кто-нибудь найдет их да спасет меня. Если услышишь это, помоги мне. Я в обувном отделе. Код 0928. Хорошо. Пригодится. Осталось найти обувной. Денежки, боеприпасики. И то очень-очень хорошо. Еще отмычка. Так, ну в целом пойдет. Неплохое место. Подожди. Нет. Вау! Твою мать! Вот я вздрогнул. Фух. Щит. Надо щит качать. Щит никакой. Да. Я еще думаю, я когда сюда проходил, я ничего такого не видел. Как я мог это проглядеть? Но промолчал. Пошел, а там, оказывается, вон оно что. Так, ты мертвый? Мне лучше удостовериться, я уже что-то не верю местным. Я так и знал, что в игре будет прикол с этими манекенами, потому что постоянно на них смотришь и постепенно глаз замыл. Нас закрыли. Элизабет, подожди, ты вся перепачкалась. И сцарапалась. Бедолага. Элизабет! Keep a lookout. There you go. I told Sander Cohen I'm always ready to cut a record. I put on a show. Said he'd call. Так, хорошо, допустим. А где у нас здесь грузовые крюки? Not about that. I see God knows how I'm trying with you. Простите, дамочка, но идете-ка вы болотом. Так, давай, давай, родной, давай. Что-то как-то не особо сработала моя ловушка. Учиться, учиться. Еще раз учиться. Ого. Ты посмотри, сколько вас тут. Так, отходим, отходим. Фух. Терпимо. Хорошо, местные вроде все рассосались. Так, где у вас здесь обувной? Я бы не отказался туда заглянуть. Очередной пулеметер. Ну да. Просто посмотрите на эти виды. Это круто. Можно было бы сейчас с помощью телекинеза взять и зашвырнуть эту бочку ему. Ну да ладно. Так, нам, в принципе, я думаю, в другую сторону. Сюда идти не обязательно, но я должен осмотреть это место. Сначала только разберусь с тем, кто у нас там наверху разговаривает. Спешить нам особо некуда. Так, обувной, отлично.
Так, хорошо, проверил просто, как там обзор сверху будет, если что. Так, вот и обувной. Сейчас мы найдем этого паренька, похоже. Что-то мне кажется, что ничего хорошего из этого не выйдет. Лизбет, чё ж ты меня пугаешь-то так? Тихо, родной. Ого, смотри, какая рыба. Удильщик. Жутковатая тварь, на самом деле. Я как увидел фотографию, думаю, блин. На глубину не ногой. Кровище кругом. Так, этот код самому подбирать нужно, что ли? Понятно. Я-то думал, сейчас у нас как в Биошоке Инфинити. Просто узнаешь код, и он автоматически вводится. Так, ну сейчас осмотримся, и после этого уже будем вводить. Что-то там на ноль начиналось. Ладно. Так, у нас получается код 0928. 0 9. Другую сторону на бок. Ладно, так удобнее. В легкую. Элизабет, отойди. Хрена ты злой. Но глупый. Вот и все. И тишина. Еще одна отмычка. Замечательно так. Так, а это что? Брюки, ловкие руки. Да, фигня. Ну, я ее возьму, конечно. Но меня и так все устраивает вроде как. Хорошо. Застрелился, да, я смотрю. Ну да, похоже на то. Забыли тебя все тут. Или застрелили. Печально это все. Давайте узнаем, что с ним произошло в итоге. 31 декабря. Сколько он там просидел, офигеть. Бессердечный. Вот такой этот город. Все мои аудиодневники с мольбами о помощи пришли обратно с пометкой «Вернуть отправителю». Отсутствует марка. Никто их не прослушал. Ну и все понятно. Бюрократическая машина убила еще одного. Фу, кровище какая. Ну что, давайте на этом заканчивать, наверное. В следующей серии будем пробираться дальше. Я бы сказал, что я не ожидал, что эта локация будет такой большой. И учитывая, как мы неторопливо играем, никуда не ломимся, рассматриваем каждый винтик. Проходить мы ее будем, ну не знаю, может следующая серия будет последней, может нет. Но, короче говоря, как получится. Вроде как эпизод обрывается ни на чем. То есть сюжет там будет глобальный, и будут несколько клиффхенгеров. В конце каждого эпизода будет происходить что-то эдакое, что переворачивает все с ног на голову. Пока то, что я вижу, это... BioShock Infinite, который стал еще лучше. Чуть-чуть подкрутили графику, хотя я не ожидал, что это вообще будут делать. Допустим, с освещением сделали реально прикольную вещь. Вот эту вот. Ну-ка, смотришь там куда-нибудь. Блин, и как раз не показывает. Короче, когда смотришь на какие-нибудь источники света, вот эти засветы, как-то выглядит очень мило, по-моему. В целом, графика BioShock Infinite мне очень нравится. Она выглядит очень красиво и стильно, и поэтому по этому пункту нареканий нет.
Геймплей это какой-то такой симбиоз Infinity и простого Биошока, потому что здесь есть и вот эта хрень, есть и плазмиды, которые более близки к оригинальным плазмидам из Биошока, и стрельба тут примерно такая же, как в первом Биошоке почему-то. Но как бы там ни было, это реально просто дополнение к шедевру, которое, в принципе, тоже крайне неплохое, насколько я вижу. Надеюсь, вам было интересно, потому что мне очень интересно. Спасибо, что смотрите. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.